Мы на месте. Мы приветствуем Еву. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Готова, доверит. Посмотри визуально, что это мешает. У нее в голове что-то, как будто пустая голова, пробитая. Артефакта не видно? Подсвечивается артефакт. Там как такая полностью закрытая, как шапка, скафандр, и внутри это пустота. Лица не видно. Шапка. Сканер, просканируй сейчас голову Евы. Сними эту шапку. Выведи эту пустоту, сформируй шар, приступай. Все чипы, датчики, импланты, все выходит. Это такая конструкция, как вот у фехтовальщиков защита на голове. Вот так я понял. На плечи у нее спускается, внутри пустота, она вышла. И ноги у нее как в черном мешке, таком пустом. То, что вышло сейчас, эта конструкция отправляется в клетку-тюрьму. Силой моего намерения снимает этот мешок. Готово. И отправляю в клетку-тюрьму. Посмотри, больше ничего нет, что мешает сканированию. Грудь у нее красное пятно большое. Боль идет словно. Это уже эмоционально. Хорошо, значит, у нас одна конструкция и у нас один мешок. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Евы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Евы, находит все. От конструкции и мешка выстраивается канал к ответственным, притягивая в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Но здесь демон с этим мешком и гуманоид. Гуманоид и демон. Хорошо. Какой демон? 13. Как долго ты находишься в этом биополе? 4 месяца. Это ты усложняешь все эмоциональные процессы, переживания? Я усложняю. Мешочку посадила я и коплю. Неужели это чистота твоя? Она переживает сейчас эти эмоции в том плане, что болезнь родственника, боль. Боль собираю. Хорошо, откуда эта боль берется? Кто ее производит? Ты помогаешь? Душевная. Это уже, наверное, не первый день идет, да? Скопление. Мы ее просто чистили. Некоторое время назад мы выводили это все, но, очевидно, Ева вернулась назад к своим эмоциям и опять пошла по этому кругу, и на этом круге стоял ты, увидев свою чистоту. Я полагаю, ты надела этот мешок. Мешочек. Или мешочек. Хорошо. 4 месяца. Гуманоид, откуда ты? Да. Ута. Как долго ты присутствуешь в этом биополе? 2 месяца. Цель твоей подключки? Цель этой конструкции, которая на голове у нее стоит? Она показывает больше. Здесь энергии верхних 2 чакр полностью забирает он. И дальше пока не продвинулся. У него плата где-то есть. Это как больницы, которые у него установлены. Платы, потолки. И от них идет как излучение. Но все, кто присутствует там, в том числе и Ева, посещал он показывает, как эти лучи, они сперва просто как берут энергии, а потом они начинают формировать вот эти конструкции вокруг, если считает нужным. У кого-то они просто забирают энергию, у кого-то начинают прогрессировать. Он как сканирует человека, у кого-то просто забирает энергию, а кому-то подключки делает, подключается. Ну, это искусственный интеллект такого уровня, который понимает сразу, куда он может войти, а куда он не может войти. Ты пробил только 2 верхние чакры, дальше ты не продвинулся. А если бы ты продвинулся дальше, что случилось бы дальше? Какая цель твоей подключки, я спросил? Пока это только забор, инкубатор энергии, откуда можно накапливать. А как насчет души? Отщепление биоматериала, продажу этого всего ящерам. По отношению к ней пока это не имеет силы. Сканер, дай мне полноту души Евы на настоящий момент. 100. Начинаем работать, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Евы спроецировать все энергетические и сферические каналы гуманоиду и демону, а также к их артефактам, конструкции, мешку. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Еве. Усилию потоки в 50 раз. Вот этот гуманоид, он еще показывает, что он не делает так, чтобы это было нападение. Он постепенно надстраивает свою вот эту конструкцию, забирая энергию, опустошая человека. Но ему не нужно, чтобы человек сразу сломался, отбирая душу у него. Постепенно забирает по чуть-чуть. Я встречал. То есть сейчас он первые 2 чакры захватил, верхние. Я встречался с гуманоидами, которые и нападают, и которые верхний чакр захватывают в наглую, воруют душу вместе
по заказу ящеров. Очень много ситуаций уже пережил, поэтому я спросил, какая цель была твоего эксперимента. Ты мне ответил, мне эта информация... Цель может меняться. Он цель это может... имел в виду. Хорошо. Есть и другие жертвы, у которых на разных стадиях захвата. По отношению к ней только две верхние чакры пока опустошаются энергетически. Так получается, ты полностью эту больницу, где, куда она ходила, ты, она находится под твоим контролем? Или, во всяком случае, некоторые... Часть. Есть и другие. Ну, есть, конечно, нижние, это понятно. То есть ты подсоединен к большим количеством душ посредством своей конструкции, которая там на потолке висит. Она же не одна у тебя клиентка. Нет. Хорошо. Это уже был риторический вопрос. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. И Ева забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Ева себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Он еще показывает, что в больнице есть люди, которые физическое тело поражено, и они больные. И вот на них можно ставить эксперименты, так как уже поражено физическое тело. И на них можно отщипывать душу и биоматериалы. А здоровые они не поражают. Так, чтобы человек сломался, пока они откачивают только энергию. Те, кто болеет, для них это как расходный материал. У нас таки получается, люди, которые попадают в больницу, оттуда или выходят еще больнее. Причина, на мой взгляд, не только наши ужасные медикаменты, которые больше травят биоробот, но и воздействие таких, как ты. И не только таких, как ты, а таких, как и демон. Мы встречали демонов и в больнице, и гуманоида встречали в больнице, и ящера встречали в больнице. Цель мне понятна и ясна, и я знал ее, словно до этого еще раньше. Это откачка энергии у людей, которых не могут сопротивляться, которые понятия не имеют. И даже возможность отщепить, откусить какую-то часть души, которую можно потом некоторое время использовать. Ну ладно, это все. Реверс закончился. Идем дальше. Начинаем с вытаскивания. Демон, что у тебя еще осталось на твоей чистоте, что я еще не вытащил, кроме этого мешка? На руках есть что-то у него. Выходи. Ладошки. Выходи, снимай это все. Есть затемнение в биополе Евы? Хочешь этот красный шар в сердце? Боль хочу. Хорошо. Снимай сначала все, что ты оставил. И как закончишь, доложи мне, я дам тебе отдельную команду. Он снял с рук, он показывает на этот красный шар и объясняет, что у нее боль идет из сердца, из сердечной чакры, и она поражает эту боль. Все слабые места, поэтому она чувствует себя опустошенной. Все понятно. Разрешаете забрать этот шар, возвращайся назад. Нет, он хочет, чтобы ты выдавил его. Хорошо. Помогаемая энергия выдавливает этот шар. 1, 2, 3. Все эти энергии эмоциональные, которые находятся в сердечной чакре, красный цвет, все это выходит, формируется перед ним в шар. Это боль и страх. Страх перед будущим. Энергия страха перед будущим выходит. Страх, кто дальше. И страх, кто дальше, выходит отдельная эта частота. Есть. Хорошо. Забираешь? Забирай и возвращайся. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось, что я еще не вытащил. Подожди, вот этот демон, он показывает, что этой боли нужно противостоять. Если она ломается и теряет свою силу, тогда эта боль поглощает ее. Надо быть сильным. Он это хотел сказать. Для того, чтобы противостоять. Но он показывает силу воли и показывает, как негатив и позитив. Это два таких столба, да? Но человек сам выбирает. Энергетических столбов показывает. Да. И когда вот этот вот позитивный, сильный столб начинает растворяться из-за того, что боль давит, то есть боль поглощает полностью человека и на физическом теле, и на тонком, и на физическом теле. По-другому, эта боль парализует вот эта сердечная чакра, все эти переживания, полностью все ее тело. Она моментально теряет огромное количество энергии, становится беззащитной, просто кормом для сущности. Человек должен, в конце концов, сделать выводы и понять, что ничего не бывает случайно. И, может быть, это хороший шанс чему-то научиться на будущее. Например, все-таки изменить свое эмоциональное отношение и не входить в такое состояние, что у вас входит демон 13 Гц. И этот демон 13 Гц смог войти в ваше биополе, потому что ваша герцовка была меньше его. Вы ему открыли
Мешочек сработал. Хорошо. Итак, гуманоид, переходим к тебе. Что-то осталось на твоей чистоте, что я еще не вытащил? Нет. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Евы с гуманоидом, демоном, конструкция гуманоида и мешком демона. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Еве, этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкооборационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия сжечь все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Выходят эмоциональные фантомы Евы, проецируют все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкооборационную эмоциональную энергию. Эта низкооборационная ежи сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Он у нее серый и очень усталый, уставший. Ева, так выглядит ваше эмоциональное состояние, серое и усталое. Вы готовы избавиться от этих энергий? Он как безнадежный какой-то, плечи висят. Да, она готова. Если человек перестает бороться, на этом заканчивается вся история. Вы проиграли сразу, если вы перестаете. Если вы боретесь, вы выиграете. Так устроена жизнь. Потому что если даются проблемы, всегда есть решение. Я это хотел сказать. Сворачиваете энергии в шар. Демон, хочешь забрать? Именно поэтому она здесь, она борется. Понятно. Демон? Заберет. Отправляю демону. У меня больше вопросов никому нет. Все прошли проверку. Демон, готов уходить? Да. Не приходи больше, потому что я буду проверять, если еще раз, второй раз тебя встречу, уже не будет такой дружелюбная наша разговорная атмосфера. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона, и он уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Да. Под мешком открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяю. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. У меня здесь гуманоид с Уты. Сидел 2 месяца в человеке. Установлена конструкция на голове. Первые 2 чакры, там уже пустое место было. Он в больнице находится. Там его платы. И эти платы воздействуют на очень многих людей. Я полагаю, там не одна такая ситуация. Гуманоида собираем, платы. Что-то у вас. Конструкция. Благодарю тебя. Под конструкцией открывая воронку в галактическое ядро, конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Клетка у нас пустая. Хорошо, давай заправим Еву энергиями, посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации. 380 и 27. На 4 макушку головы Евы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает, все необходимые ей цвета начинает поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц, пошел подъем. Ей 2 верхние чакры до 28 можно поднять. И поднимаем коронную чакру и 3-й глаз до 28 Гц, пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ева, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Поняла, что вибрации можно повышать. И это делает мне лучше, дает больше энергии, удерживает энергию. Я совсем про это Вера, забыла. Все пропало. Совсем забыла о том, что можно поднимать вибрации. О том, что можно поднимать вибрации. Хорошо. Не забывайте, этот инструмент мы вам дали еще при первой чистке. Вы должны его использовать каждый день. И относиться к этому процессу серьезно, визуализируя его. И ощущая обратную связь с вашим организмом. То есть обратная связь, какая-нибудь легкая вибрация, вы должны почувствовать ответ. Не просто слова произносить, а произносите, визуализируя. Как эта энергия заходит, как она поступает и так далее. У нас очень много видео на канале. Если у вас есть интерес, посмотрите обучающие видео, вы найдете ответы. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Евы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.